Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей и Кристинка. Я все время забываю, потому что как будто я сама с собой, а у меня здесь человек еще, который хочет поздороваться, да? Сегодня необычное видео, сегодня я снимаю его не одна, сегодня я снимаю его со своей одной из лучших подруг. Ой, я забыла бусы. Я захотела необычное. Необычное видео, я в бусах. В общем, я прикупила бобы Гарри Поттера. Я их не могла нигде найти долгое время. Я наконец-таки их нашла. И сейчас я хочу снимать со своими друзьями. Так как я сама буду первый раз это все снимать. А моя Кристинка, она вообще не знает, что такое бобы и вообще, что с ними делать. В общем, вот такие дела. Ну и так как это уже давно тема была такая, да, и бобы сейчас уже, наверное, никто не снимает, я не знаю. Мы решили еще вот так по-смешному одеться как-то, в общем, как-то нелепо. У нас сегодня попёрло просто. Видимо, бобы Гарри Поттера, они начали действовать и как-то на нас подействовали очень странно. Мы решили одеться вот так, как дурочки. Что? Все же так и будут писать. Это как тогда я сказала, что я 40-летняя женщина, и все, тебе 40, а мы бы тебе не дали, за серьезку вообще. Это, конечно, был сарказм 100%, я не знаю, что за люди не поняли, что мне не 40 лет. Если бы люди в 40 лет выглядели так, как я, мир был бы прекрасен. Так скромно я себя. Итак, дорогие мои, бобы Гарри Поттера, в чем фишка? Здесь находятся конфетки, Кристюшенька. Ей уже плохо. Я что-то припоминаю, что-то слышала, какие-то они плохие, да? Они разные. И вот какие выпадут, такие выпадут. Здесь вот все написано по-английски, я на самом деле не поняла. Ну, банана, понятно, машмеллоу, понятно. Вот соп, это мыло, я знаю по-английски. Ага, ты уже все перевела, знаешь, чем... Нет, а мы не будем знать, мы будем наугад брать в любом случае. Я не знаю, какая где получится, да? И какая, в общем, гресс, это что такое, я не знаю. Соус. В общем, мы будем пробовать и только догадываться, что за вкус нам попался. Мы достаем с тобой разнобойчик. Просто вот так вот берешь, глазки закрыла и взяла конфетку. И я взяла. И мы с тобой одновременно их пробуем. Но если плохая... Надо их высыпать все, может быть. Слушай, надо было водичку взять, наверное. Я видела, что людям было плохо, они водичку брали. Давайте начнем, а там походу решим. Может, побежим за водичкой. Ну что, все, давай. Я беру. Надо было их высыпать все. Тут так верхний только берем, и все, так нечестно. Да что ж ты будешь делать? Ну давай, на стульчик. Надо их вообще показать людям. Высыпать в тарелку. Да зачем их показывать людям? Вот, непонятно, смотри, что ты берешь. Вот, смотрите, поднимайся. В общем, вот мы соорудили здесь вот такую вот беду-беденушку. Высыпаем все наши конфетки. Такой звук прикольный. И мы не знаем, что как. Вообще, я ничего не запомнила, Кристинка ничего не знает. И, в общем, пробуем. Ну что, все, так, только аккуратно, а то оно может все свалиться. Я беру. Бери. Так как я сегодня вся в красном, значит, и красная конфетка. У меня розовая, а у тебя красная. Даже вообще не представляю, что это. Ну, давай, поехали. Прям есть? А надо разжевывать или раскусывать? Да, вкусно. Вкусно. Что за вкус у тебя? Корица, что она? А у меня фруктовая какая-то. Угу, корица. Я не знаю, можно мне как кормящей маме это, но здесь чуть-чуть. Ну, я не пойму до конца, но вроде корица. Вот такая. Да, у тебя корицей пахнет. Да? Бери. С закрытыми глазами. Может, надо было воды принести? Я думаю, что это у меня какая-нибудь карамелька. А у тебя что? Я думаю, что это будет какой-нибудь горошек сухой. Типа сгущенки что-то. Ну, что-то не очень какой-то запах. Дыхни. Дыхни. У тебя как корм какой-то. Не пойму. Чина? Я съела и не поняла. У тебя корм.
Интересно, что это корм? А у тебя какая была цветом? Оранжевая? Угу. Оранжевая. Написано «Vomit». Vomit. У тебя была оранжевая с крапинками или нет? Ну, что-то не очень вкусное. Нет, с крапинками еще есть. У тебя была без крапинок, может быть, это была кеннемон. Я не знаю, что такое. Кардамон, наверное. Ну, не в моем вкусе. В общем, непонятно. Поехали дальше, мне пока везет. Зеленая. А, так ты все прочитала. Что-то мне не кажется, что это явно. Что... Я не знаю, что я прочитаю по-английски. Бери. Что, лицо у тебя такое недовольное? Ну, я не мою вкус. Ты же не хочешь играть? Поехали. Цвета стали меняться. Как фаршор выглядит. Мне везет. Бордовая с розовым. А вот я чувствую, что-то не то. Опять какая-то ещё. Поехали дальше. Зеленая. Но не факт, что она будет та же самая, на самом деле. Закрывай глаза, бери. Не подглядывай. А то тебе не везет что-то? Мне всю неделю снились плохие сны. Вот оно к чему. А, ты уже решила закрыть глаза? Даже не, она уже боится. У меня вкусно. Вкусно. Это так весело, друзья. Кто не пробовал это, еще не играл со своими друзьями вообще. Бей. Черная. Опять ломать. Блин. Давай бери. Блин, я боюсь есть ее. Опять ломать. Они разные вкусы? Не знаю. Не, ну что? Не это, пахнет. Я считаю, такое видео нужно снимать 13 января. Я съедала, все. Не надо было. Ты сказала, это стоит 400 рублей. Дай памперс малого. Я съела. Так как если разделить на количество конфеток, каждая конфета стоит... Это пиццовка какая-то была. Выплёвывай конфетку. Это памперс. Использованный. Вот я не понимаю. Я две съела, и она наблюдала, как я съем. Так я думала, ты не чувствуешь, потому что я другие видео смотрела. И, ну... Как бы на них было такое, что не что-то супер страшное. Но вот это вот, если бы я это съела, было бы не очень приятно. Давайте вкусненькое. Вкусненькое хочу. Блин, опять какая-то фигня коричневая, какашка. Ну, вот сразу же очевидно, если плохо. Даже их, а что их раскусывать, если они заведомо понятно. Нет, давай раскусим. Они... Я не знаю, с чем это делать пытались, а у тебя что? Какая-то... Не пойму. Ниня какая-то! Типа корма опять. Если бы корм, было бы нормально. Я люблю корм. А это фасоль какая-то сухая. У меня вот такая оранжевая с крапинками. Ой-ой-ой! Вот такую ты ела. Да, не сильно вкусная. Вообще. Это не вкусная опять? Что ты взяла за цвет? Вообще не пойму, что это уже. Выплёвывал. Я, конечно, тогда съела, но... Кто-нибудь когда-нибудь выплёвывал Гарри Поттера в памперсы? Что-то там только две вкусные. Подожди, нам должно повезти. Пошла черная полоса. Так и в жизни, девчонки, бывает. Мне кажется, нужно сделать перерыв, уже сливаются все вкусы. Тухлое яйцо, это стопудов было. Правда, такое есть? Мне кажется, у меня было тухлое, кстати, яйцо. Нет там. Ну, я думаю, оно не одно здесь.
Уже там... все противно, все невкусно. Не показывай этот ужас. Ты хотела показать? Ну что это? Просто памперс с конфетами. Описанный памперс с конфетами. Он чистый памперс, там конфеты. Какая красота, да? Опять будут писать, господи, что делает это видео в топе? Мне можно, мне еще возраст позволяет. Красно. Ты младше меня, да? На несколько месяцев. Нет, почему? 8 следующего всего лишь. Ну, опять невкусно, ну. Да что за ёперный театр? Коричневая. Да, ничего невкусное. Вот за это 400 рублей. Включу жёлтое. У меня только что была жёлтая. Кристина, не подглядывай! Ну, у меня только что жёлтая была. И что? Я с закрытыми глазками беру. Портить конфеты? Зелёная. Она была вкусная в прошлый раз. Ням-ням! Не подглядывай. Бери. Да ты потом можешь посмотреть-то какой тебе. Да я уже чувствую запах. Давай, разгрызай. Ну, ничего. Да? Свежесть там. Угу. Не, розой даже. Фу, тут такая вонь от памперсов. Моего малого памперс использованный, и то приятнее пахнет. А потом мама наденет ребе. А это упало. Это не судьба, значит. Может, она вкусная была. Может быть, попробовать. Я хочу зеленую. Слушай, вот нагло. Давай возьмем коробочку и послушаем, сколько их штук там было вообще. Ну, давай быстрее ешь, я уже две съела, а ты не ешь. Да, просто хотелось бы, вот сколько ты рублей выкинула. Я зеленую хочу. Беленькая, прости. Ну давай вот. Яйцо 100%. Ой, мыло. Лучше мыло. Мыло ешь. Не хочу мыло. Ну и что, все осталось невкусное? Там еще только две вкусные были. Ну что-то должно быть хорошее. Мятное, но мне не нравится. Это вот, видимо, тухлое яйцо, походу. Это тухлое яйцо, я его даже не буду брать. Может, это нормальное было? Нет. Так нечестно. Тухлое яйцо. Какое же до этого съела? Ну что, утром надо? Ну кто вечером снимает такое видео? Это перцовка. Когда на ночь надо. Такая же перцовка, я выкидываю. И осталась оранжевенькая. Будешь? Не оранжевую, их ни одну съела. Ужасную. Да? Фу. В общем, такие впечатления, Кристюшенька моя. Хватит держать этот памперс. Мне больше конфеты есть, никогда не буду. Ты будешь вспоминать, да? Я буду бояться, что мне попадется такие. Но зато был хороший повод нам собраться и все поэкспериментировать. И наконец-таки теперь я попробовала эти Гарри Поттера. Но на самом деле у меня еще есть одна пачка, и я хочу снять это еще со своей одной подругой. Или с мамой, в общем, кто согласится, кто захочет. А если все захотят, то я еще пойду куплю. Ну, не Гарри Поттера, что-то надо будет и делать интересненькое. Чтобы были разные вкусы. Вот та другая, это не Гарри Поттер, у меня еще одна пачка есть, другие конфеты. Но они тоже разные вот такие. Плохие впечатления, да? Не очень приятные. Это можно вот с кем... Слушай, реально можно гадость подсовывать людям, кто тебе не нравится. Хочешь конфетку такая? Такой... Классная. Он ест, и только познакомились, и неудобно ему там отказать, да, вот как ты сейчас. В общем, все, мои хорошие, вот такое вот видео у нас получилось. Не знаю, как оно вам, пожалуйста, оцените своими пальчиками вверх. Оцените пальчиками вверх, да, это такой психологический ход. А я побежала к малому, и... Мы с вами прощаемся. Подписывайтесь, кто первый раз. На Селену Свей. На красавицу Селену Свей. И ждем, пока мои волосы будут серыми. Пока! Пока.